Re, viss ēters ir te! Был временным, стал постоянным. Литва решила возобновить обязательный призыв своей молодежи в армию. Подробности сегодняшнего решения Госсовета по обороне Литвы расскажет наш специальный корреспондент в Вильнюсе Солвита Денис. Госсовет по обороне принял решение, обязательная служба вернется не на 5 лет, как говорилось раньше, а навсегда. Теперь призыв будет проходить каждый календарный год, и призывников станет больше. Комментаторы уже такое нововведение назвали сигналом США, что Литва не будет иждивенцем и может сама за себя постоять. Теперь к реакции в обществе она неоднозначная. С одной стороны, уже слышны знаки одобрения. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. С другой, и призыв на 5 лет вызвал волну эмиграции. Молодежь призывного возраста попросту покинула страну от армии подальше. Об этом тоже неоднократно говорилось в речах политиков. К слову, в Латвии тоже периодически вспоминают о возможном введении обязательной службы. Но из последних высказываний министра обороны, если будет необходимость, могут пересмотреть. А пока без изменений. Солвита Денис, Латвийское телевидение из Вильнюса.